проигрываю. Потому что не могу найти вообще никак фигурочек. Ебало я эти левелапы. Мне плохо, что в прошлой игре просто пул был, честно говоря, дерьмовый, но... Был бы чуть лучше пул, можно было пойти в Демон Хантера, в Дракона, в что угодно, блядь, с таким левелом, а не в этого ебаного Акира. И найти себе фигуры, типа, там не так нужно много их. На Акире нужно, блядь, типа, двойки плюс еще повторки. На Демон Хантере просто там двоечки, либо даже на единичках уже было бы хоть что-то. Но там был не тот, который нужен мне, Демон Хантер. Без Зевсайлдера не хочется. Так, конечно, был Дизраптор Арквардон, можно было бы в Шамана, но... Дизрапторов я не помню, сколько мне приходило в роллах. Арквардон еле нашел в конце, так что там тоже такое. Два приста, если игра намекает, типа, блять, иди лустрика, и не, играй, иди нахуй. Я ебал лустрикать. В прошлый полустрикал без лустрика. Только хп въебывать. Ударка тоже лустрики. Судя по рангу. Сейчас мы нормально все сделаем, красиво. Сейчас выиграем. Два тимбера? Нормально. Но, честно говоря, если бы дали тинкера еще в этом роли, было бы круто, потому что фрирол был бы. Такс. Не, в этой мне нужна жесткая подкрутка играть. Типа я открываю сейчас просто некра себе с первых сундуков. Просто некра, ага, пошел я нахуй. Энерджи даже не дали, суки. Что за итем и дерьма, фу нахуй. Да-д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 а
Без ДК, без стола, ну ладно, сейчас повезет, может, на тинкера тимбера клокверка в одном роли, ап на 2 Т2 плюс этого. Либо три тинкера, клок и тимбер, да? Реально было бы идеально. О. На шестерочку, надеюсь, на пятерку, блядь, убил одного нечаянно. Вон, два рыбачка, респект. Ладно, что-то даже апнулось. Что-то даже апнулось. Тильтует, да нормально все, ну то есть. В прошлой игре не повезло, в этой нормально все. Пока все ок. Тинкера бы только найти. Тильта точка нет.
Брюлик он есть. Порыбачим изи. Мне нужен просто... просто какой-то... тинкеросик и все. Апачи... Апачи в доте или Апачи в авточесе? Шашка, да ебу. Откуда там у меня инфа? Могу только предполагать. Тинкеросика, сука, игра не дает, конечно, душит. Тинкеросика могла бы и дать. Не связывается. Да им похуй. На F6 реально я бы им такой патч расписал ёбнутый, и все игроки были бы довольны. Так что... обращайтесь. Обращайтесь, разработчики. Мне кажется, сегодня поиграю, типа, когда выйдет патч в доте, я, мне кажется, доту пойду поиграю. На стриме, либо оф, ну нахуй, без стрима. Там мы уже с вами решим. Но там что-то... патч должен, по идее, в доте быть большим, мне интересно прям. Что за игнор? 6 шаманов — это самая сильная синергия, или есть что-то посильнее? Да нет такого, как самая сильная стратегия. Такого нет в этой игре. Никогда нет смысла искать самую сильную стратегию, что-то еще. Смотришь на пул, от пула отталкиваешься. Смотришь на своих юнитов, на свои обилки, которые тебе дают. И от этого отталкиваешься, что собрать. А вот это самое сильное, мы же не в вакууме играем каком-то, где мы выбираем просто юнитов. Сразу 10 готовых тир 3, и они хуярятся с фул слотами. Даже не хочется насчет такого задумываться. Но так нет, шаманов могут... 9 маку ебет 6 шамана без шанса. Потому что они просто не смогут скастить. Они не смогут превратиться. Они будут АФК, останется нон-стоп против мага. Мага может уебать что угодно тоже, изи. Там 4 наги плюс какой-то билд вообще рандомный. На тот билд будет еще другая контра. То есть любой стол можно чем-то другим выиграть. Чем теперь тир 1 работает без изменений? Нормально. Я бы играл. Ты по чена мипа Акир играл бы. 2-3 чена. 2-3 мипсиня. Т3 веник, Т3 СК и все. Изи вин. Поэтому 2 линкенсферы собираешь и трахаешь жестко. И 2 БКБ еще. О, пуйза. Нормально. Нормал дес. Прирольчик лутаем. Пандочка прилетела. Приютили ее. Я только не знаю, а снайпер... Ну, блядь, рисковать настолько, чтобы стоять двумя сейчас пандами и снайпером? Такого-то 15-го. Если... Ну, если придет next тролли, то может так и сделаю. Бля, была бы ранняя пуйза, конечно, было бы здорово.
Не, ну за Пуйзу реально респект, красава. А Текес есть в поле? О, дайте мне сейчас Пуйзу Текеса. Бля, лазер-то. На вайдах, единичках, либо на габлоте. Плюс пандах. А что дарк будет идти? Лазер. Ну, короче, дарк пусть идет в этот. Отпускаем дарка. Ну, блядь, как-то нам с тобой надо дарк договориться по этому. По габлоте. Не знаю, каким-то образом надо нам с тобой договориться. Ну, реально. То есть ты забираешь как-то вайдов единичек, а я габлоту. Ну, как-то, блядь, надо поделиться нам. Так, чтобы мы вдвоем наролили, и все было у нас заебись. А чё? Бля, обычно я баню визардов под этот. Потому что единички и такизи приходят, но, блядь, в этом случае. Дедов нет. Это банчик придумать. Я до 15-го все C3 соберу, чего тут договариваться. Не-не, все, кроме Тинкера и Клокверка. О! Ебать, я придумал, хорошо или нет будет? Делаем такой банчик. Привет, Роман. Нет, троллей не буду банить. Нахуй мне это надо. Потом двойки не найду. Мы сейчас единички на скеле просто найдем. Ребят, ну я говорю, Дарк, давай как-то договариваться, реально. Вот там еще забираются эти бога Алима Вар с лазером есть. Давай реально договариваться. Мы люди взрослые, можем пообщаться, найти какой-то диалог. Ну реально. Типа, давай ты будешь играть без Клокверка и без Тинкера, давай. Ну, реально. Типа, бери там Марса, Тинника, Белочку, Бестмастера, Аграца, Эмку. Там, можешь Бару, Антимага. Ну, всех, кого хочешь, кроме моих юнитов. Ок. Там снайпер упал, братишки, анлаки. Я так понимаю, молчание знак согласия, правильно, Дарк? Вот и договорились. Ты смотри, типа, просто все зрители уже увидели, как мы договаривались. Чтобы не было потом, типа, что напиздел, что-то такое. Да, что без хуйни. Это какой-то прикол. Да, Дарк, конечно, сейчас тоже, блядь, в 4-м левеле с лазером ролит, это пиздец. Он, скорее всего, на 14-м раунде, next раунде будет дороливать тройки. Потому что у него будет шансы максимальные. 70% с лазером на единичке. С баном троллей. Ну да, он next раунде соролит все это три, блядь. Ну, Дарк, блядь, ну реально, без хуйни. Ну, Дарк. Ну, ха-ха, Дарк. Можно же, блядь, договориться, ну реально. Марсика собрал Т3. Тинник Ванов. Тинник собрал Т3. Позочку Т3. Ну хватит, хватит, Дарк, хватит, хватит. Куда разогнался, Дарк? И крипам проебать. Опачки. Ну ладно, эти два выиграют. А, так это не крипы. А это и не крипы. Ну хватит, ну. Ну 4. Блять, 5 тинкеров, 5 лакверков. Куда ты разогнался? Сейчас эко все проебешь, Дарк. Ну, Дарк. Это реально классно придумалось, я считаю. 5 тех наролил. Сейчас я лустрик сбил, кек. О, я удержал, это хорошо. А чё, Пуйза сегодня не будет больше? Ребят, кто отвечающий за Пуйзу в чате? Скажите мне просто по инфе. Блядь. А я могу в теории этим проебать? Но в теории такие шансы имеются.
А не, какой, блядь, проебать, а что вообще ёбнулся? Бля, два тинкера, два колока. Ну, бля, Дарк, ну мы с тобой пиздец будем. Будем это искать долго. Ну, как мы с тобой, ну я точно, видимо. А чё, можно мне некра закрыть сейчас тогда? Нельзя, понял. Там все лобби гоблины, да блядь, да реально, охуели. Игра троллит, да? Я три виспа нашел, если чё. Точно с той обилкой, блядь, хуярю. Ну, этих вообще невозможно найти. Кентов. Их просто реально все лобби забрало. Типа, тут рыбачок их держит. Дарк собирает 2, по 2 Т2. Тут держит тоже мистер 11 2 клока. Там 3 клока тоже. Ну да, все лобби вообще держит, блядь. Это вообще клоков нахуй уже купили. Штук 25. Блядь, Дарк мог бы уже наролиться и бестмастера в Т3, и, блядь, какую-то белочку в Т3, ну реально. Не стыдно? Стыдно, что поделать, блядь. Но продать на роль новых. Они, в принципе, по той же стоимости продаются, что и покупали с Дарк. Типа, ты считай, 3 потратил на 3 покупки клока, на 3 клоков, 3 голды и продаешь за 3. То есть это выгодно, реально. Пока есть время еще, типа, на роль себе этого вайда, на роль себе этих, этих. Ну, ты понял. Нормальных юнитов. Там агра, бестмастера, белочку. Здорово, здорово, всем привет. Привет. Мне масков. Тинкера не было, во мне маска была. Бля, можно это выиграю как-то? Я не знаю как, но как-то, блядь, можно выиграть, плес. Клок, засоли эту хуйню. Ну, клок, ну, клок, ну, клок. О-хо-хоу. Клок? Лучший. Эль профессор. Мое почтение. У меня, кстати, пуйза не было. Сколько уже раундов ребят кто-то считает вообще или нет? Одного надо тимбера, либо без брюмастера хотя бы. Бля, у меня Т1 клок, Т1 тингер, блядь. Мне 5 оф, 5 оф. Как я это в теории буду собирать? Ну реально, 5 оф, 5 оф. Как это в теории, блядь, собрать? Обычно они супер легко находятся, но, блядь, из-за того, что вот смотришь лобби, блядь, а то вот такие приколы, то... Т2 клок, блядь, 2 клока Т1, тут тоже... Т2 клок, тут 2 Т2 клока. Как быть? Еще и стрик трахнули мой. Блять, ну и нахуя мне это? На Great Vault сейчас Т2 паджиком, да? А эти молчат, твари. Эти твари молчат вообще. У меня две панды, блядь, пол игры. Я забайтился, блядь, надо было его тоже эти войду на единичках, либо брать Синрипера и играть, я не знаю. Сука. Либо на... Хотя, хотел сказать, либо на снайпера порыбачить, а я как бы я рыбачил. У меня же ни одного юнита не упало, блядь, с какого раунда. На 10-м я уже выставил две панды. На 10-м у меня уже крипов дефал двумя пандами. То есть за 9 этих, за 8 раундов мне ни одного раза не родили. Даже за 9. У меня же в 10-м раунде стояли уже. За 9 раундов ни разу ничего не родили. Бля, да отпусти этих, блядь, голоту, ну реально. Все, сука, держат в заложниках моих гоблинов.
Я уже должен быть с этими Т3 юнитами, я не знаю. Типа... В этом билде. Ну а я даже если залынюсь, я не наролю их. Вот в чем проблема. То есть я наролю себе Тимбера изи. Но этих я не наролю, даже если волыню. А без них типа нет смысла мне играть. Ну, я же ничего не могу без них сделать. Был бы у меня какой-то Т2 шторм, то тогда другой вариант. Давайте одного Тимбера хотя бы доролим. И ЦМ-очку, да? Это для шторма оставим. Бля, бы еще бан синов сделали. Даже шаманов, наверное, лучше, потому что синов супер дорого выйдет. А шаманы? О, а шаманы, кстати, дешево пиздец выйдут. Не, еще бы, сука, дизраптора не было, было бы еще лучше. Гон кристаллис собрался. А билга веспов будем шторма в Т3 выгонять. У меня 3 веспа до этого выпали, но бан я не хочу брать. Даже забанить синов, но это нахуй мне это надо. Шторма. Мне нужен левел просто, да и все. Это все передастся сюда в шторма, мне нужен Т2 шторм. Будем реролиться с этой хуйни. Будем пытаться набрать себе виспов. Будем пытаться шторма в 3 прогнать. Не-не, шаманс. Мне нужны шаманс. Мантастул, ну бля, у меня мейнкор, блядь, отсутствует в игре. Плюс одного шторма игра. Рыбак, все, это тоже рыбак был? Похоже, да, на то, с банчиком. Пандаренов явно рыбачок. О, два сразу. Шторма? Ну мы вот так будем отдавать. Ладно, это можно в целом сюда отдать, криты и морбитку пока что. Взял Т2, потом банить не лучше было бы? Не, потому что если один Эмбер упадет, я просто поменяю Эмбера на Йорспирита, а его апать, потом продавать за 5 голды, нафига мне это? Я его просто сразу продам, не буду экономику даже в него зря отдавать эту. Типа я продам просто за 3 голды. Одного и потом второго, когда Эмбер придет. Хотя Эмберов тоже буду, возможно, продавать. Мне главное, что сейчас штормы сыпались. То есть у меня сейчас шанс либо Эмбер, либо шторм. 50 на 50, да. Очень надеюсь в штормов. Но сейчас мне вот 2 выпали. Это кайф. Если будет так продолжаться, будет супер. Кстати, это надо было продать бы. Но я уже проспал момент. На 27-м раунде я апну левел 7, поставлю ЦМ-ку. И, скорее всего, продам Тинкера, там, Клокверка, поставлю еще мага. Хотя, честно говоря, можно было бы это и уже сделать. Хотя, лутаются вроде фрирола. Пока что. Плохо, что если есть, блядь, есть те, кто играют просто обычную игру, да, они ролятся там. Сыча Дарк, Дарк в итоге нашелся Тинкера, Т3, и Клокверк у него ванов. Ну, Дарк... Плюс-минус в порядке. Ну как? Хочется, когда играешь с лазером и на единичках, с банчиком, то хочется получше, но... При условии, что габлоту невозможно было в этой игре наролить, то... Еще окей. Ситуация играбельная, да. Шторма? Пусть будет. Призванный хранить пламя, пусть будет у нас. I'm
Клока отпущу, чё. Дарк может себя найти, если хочешь. Это такое для меня. Телескоп есть? Есть. Тут стронг. А вот лох, если вот так доебался к Миране, он бы ее быстро убил, потому что пукалка, а этот тебя массово работает по одной цели, это хуйня. Тинкер тоже. Вот тут Тинкера Клока, конечно, сильно не хватает. У меня был бы Тинкер Клок, было бы жестко, так. Че, по легам в игре? Леги вот. Бля, можно, плиз, еще штормика, плиз, 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 плиз. Ну бля, ну пандочки, ну работайте. Для тебя я, командир Трестин. Весна не смеет показаться туда, где лечу я. Я хотел Лину или Котла найти очень, потому что если Лина и Котла ходятся, то я оставлю и 3 хумана, и при этом 3 мага закрылась бы, ну ладно. Вал Блудмейл разобрать. Спасибо за еще одну подарочную панкрат для Сникерса. Спасибо за поддержку. Ауч, больно. Мне нужно, блядь, срочно штормов найти. И виспов что-то вообще не дали пока что за эти роллы. За 5 фриролов или 6 не дали мне виспа ни одного. О, 2 сразу шторма. Штормики, штормики, блять, виспики, блять, приходите ко мне, пожалуйста, ну реально, очень надо. Да, полетел на улучшение комьюнити. Хорош. Все друг друга пробили на 6 ровно. Рофу. Из ничего рождается охранять пламя. Дай игра виспов, пожалуйста. А просто мне нужно эти один магия, а котла можно все 2, в принципе, собрать. 4 у меня тут есть, еще 4 здесь, еще Зевса не хватает, да, только. Зевс и будет 9 маг, но, бля, 9 левел тоже надо апнуться, но для этого мне нужен Т3 шторм, Т2 шторма будет мало в 9 левеле и все. Книжками я пытаюсь понемногу выходить, но, блядь. Штормы что-то слабенько, слабенько идут, когда я апнул Т2, у меня был Т1 и висп, типа, я надеялся, сейчас пойдут штормы, но в итоге, блядь, за пару раундов нашел одного шторма где-то за раундов 5. Это пиздец мало. Я просто в левел денег не хватит мне выйти с этим столом. И меня быстрее отъебут. Плюс виспы вообще не пришли. Я ни одного виспа не поймал, прикиньте. Я 3 виспа поймал до обилки.
Три виспа до обилки. Там за раунд один я два нашел. А тут, блядь, все с билкой ноль поймал. Классная билка, реально рабочая. Нужен один шторм всего лишь. Один всего лишь штормик. Один игра. На обратку я не собрал, это правда. Каждый раунд проебывался. Один, блядь, ебаный штормик играю. Не трахайте так жестко. Ну, охладите свое трахание немножко. Чуть-чуть буквально охладите трахание. Чуть-чуть. Игра, дай мне, пожалуйста, нужного мне юнита. Одного штормика. Одного, блядь. Ничего больше не прошу. Один штормик. Да не Эмбер, ебаный, а шторма. А сейчас скрипам еще проебу, вот в чем проблема. Мне нужно левел уже идти. Ну, я крипам реально проебу. 30-й раунд обычно этой хуйней не дефается, это я знаю. Насчет этого я в курсе. Нет, это манта. Триморф плюс манта стайл у него. Я вроде дефнули, справились, кайф. Дело в шляпе. Главное, блядь, дай мне штормика игра. А будет эти 5 виспов и найти, пытаться 2 виспа, но, блядь, я одного виспа нашел за всю обилку. Рисковать так я не могу. Вообще стоит взять мисы, мне кажется. Да, шраут. Двух за обилку. Но я не помню, что было два, но может и два. Да, у меня было три виспа. Вроде двух, да. Правда. Да, тут без девса, надеюсь. Тут и без девса с концами может быть ноль. А тут с девсом, кстати, это было конечное. Повезло на мисс. Это было конечное, возможно. Скорее всего. Дай штормика игра, ну дай. Одного, блядь. Почему, сука, вы молчите? Ну, шанс больше 50%, суки. Больше 50%, блядь. Не наоборот. Мне вообще даже Эмбера не приносит, я в ахуе. Мне еще нужно левел апнуть каким-то образом, блядь. То есть мне нужно левел 9 апнуть, найти Зевса. И чтобы поймать шторма, чтобы эту игру играть. Слишком много, но нахуй. Слишком много надо. Не сдаемся, пытаемся, ну, блядь. Мы чены, блядь, тут тоже и Зевс. Да я ебал, почему вы, сука, все с Зевсом играете? Не боитесь, что вам кто-то зайдет с ченом? Кстати, я выиграл тут, вот это кайф. С демагом по кайфу подрались. Да, чен просто с легами. На панду, да, там 50% шанс, но там еще есть, кроме этого, шанс просто на любую фигуру. Но видишь, что, блядь, меня, типа... Но то, что принесет, шанс больше 50%. А мне уже, блядь, столько раундов не приносит. Ну, типа, 3 раунда подряд вообще ничего не несет, до этого столько раундов Эмбера. Мне нужно было всего лишь найти 2 шторма. Не 2, 3 шторма мне нужно было всего поймать с раунда где-то 20-го. 3 шторма. С раунда 20-го, при том, что у меня уже был
Три панды было. У меня был Т3 Брюмастер и бан шаманов, то есть. Только Эмбер либо Штормы Падуки нужно всего лишь было три поймать. Я поймал двух. Мне нужно еще, сука, одного. Одного, блядь, и все. Пока ко мне еще какой-то Зевс не пришел, который меня разъебет в салат. Повезло с тем, что кто самый сильный, я типа мисс прокнул, это повезло. С остальными, типа, я вот либо выигрывал, как в прошлом демага, либо вот дерусь хотя бы хоть как-то, типа, что радует. Не в салат проебываю. Типа, хоть не так много дэмэджа получается. Тут нихуя себе слоты. Линка, Риверок, Иглсонг, ёбнешься. Шторма, одного штормика, блядь. Ну вы видите, блядь, 4 раунда, ничего. Вообще ничего, нахуй. Ну как? Ну как, ёбаный рандом, ты работаешь? Сука, ни одного ёбаного юнита, ни одного. Славит, я откуда знаю, ребят? Я патчи не пишу. Что за вопросы? Разработчикам. Это войды, войды, бля. Тут какие-то 2-1 спектр, ебать, дарк. Только давай, типа... 2, блядь, Т1 спектра, которые мне просто дэмэджа сейчас дополнительно нанесут 3 миллиарда. Давай без хуйни. Хотя не, нормально. Я благодарю тому, что спектр на самом деле выиграл этот файт, кстати. Рофл. Потому что спектры просто дали мне этот. Благодаря спектрам мои штормы заряжались, потому что у них лоу хп. И они летали нон-стоп. Плиз. 5-й раунд подряд ни одного юнита. Ну как это работает? 5 раундов. Ну 5 ни одного юнита, блядь. Ну ни одного, сука, юнита. 5 ёбаных раундов. Просто одного, блядь, шторма, не знаю, 5 раундов, 0 юнитов, я не понимаю. Я не понимаю, почему у меня панды не работают. Не знаю. Дай мне игра Зевса и Шторма, пожалуйста. Одного Шторма, одного Зевса и все. Пойдет. Шесть раундов ничего. Шесть. Наги закрыто. Ёбнешься, нахуя тебе наги? Я не знаю, один шторм, один Зевс, но игра супер троллит. Восьмой раунд. Восьмой раунд, ничего, пусто. Восьмой раунд. Ну, ладно, тут удивляться нечему. Тут удивляться нечему. Кира, в сути, игре нету, поэтому мне тридент не нужен. 6 сразу 8, ну 7, 8, какая нахуй разница? Какая нахуй, блять, разница? Сидим, доебаться, 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 доебаться. Я в топ-3 зашел, блять, без нихуя. Просто без нихуя в топ-3 залетело, вообще понимаете?
Да я сижу, блядь, на приколах каких-то топ-3. Ебануться. Эмбер. Уу! Ладно, нахуй. Это пизда. Один штормик, я бы камбэкнул эту игру, потому что у меня есть догон 4, есть 2 аркана и у меня есть 9 маг. Но я не нашел то, что мне нужно. Одно. Меня тут закончат сейчас, да? 12 хп. Да нет, 12, по-моему, не будет. Мисс еще сработал. Повезло, повезло. Дай, дай, дай одного шторма. Ну дай, блядь, одного шторма. Шторм! Ебать! Жаль, Джекера в игре нет. Одного Зевса и одного Веспа теперь, блядь. Ха-ха! Блядь, Трафлан ебало, сука, клоун ебаный на штраме. Что ты делаешь? Я ебал тебя. Один родил быстрее, чем тогда, блядь, 3 стояло. Это вообще пизда. Вылечили. Вроде нет. Там мы выбили. Благодарю.
Нажми БКБ, ну блять, не будь уёбком, нажми БКБ! Ну нажми ты БКБ! Ну ебать! Что с тобой нахуй? Пфф, ладно, игра.